Приветствую, друзья, на связи Артур, и в сегодняшнем видео хочу познакомить вас с новым приложением для заработка криптовалюты Тон абсолютно без вложений и при этом затрачивая минимальное количество времени. Буквально пару дней назад в Телеграме сделал пост, расписал, что к чему, вы проголосовали, чтобы записал подробный видеообзор. Собственно, сегодня разберем все нюансы данного приложения. Ссылочка находится в описании под видео, мы переходим в Telegram, это мини-приложение в Телеграме, как это сейчас популярно, различные тапалки, игрушки и вот сейчас подобные проекты набирают популярность. Если вы хотите больше узнать о них, больше вариантов, поставьте палец вверх под этим видео и напишите комментарий: Артур, делай больше подобных видео. И уже штуки 4, наверное, я сделал, поэтому если интересно, пишите, будем дальше искать интересные варианты. Сегодня как раз таки будем его проверять на платежеспособность. Два дня прошло, я накопил 0,65 тона, минималочка у нас здесь составляет 0,35 тонн, и, к сожалению, есть комиссия достаточно большая, 0,3 тона. Но что поделать, как бы нам раздают халяву. В целом вообще это инвестиционный проект, где мы можем вкладывать средства, приумножать, там 4,7% в день получать. На протяжении 30 дней получаем 41% чистой прибыли. Но проект делает такой маркетинг, привлекает аудиторию за счет раздачи вот этих бонусов. И мы можем без вложений, без особо затрат времени получить халявную денежку. И собственно сейчас давайте это дело проверим и дальше разберем проект, что как устроено. Здесь нам нужно ввести тон адрес. Я использую кошелек TonKeeper. Вставляем максимальная сумма, но давайте без вот этих куча нулей, округлим 0,65. Соответственно, получу 0,35, потому что вот такая у нас большая комиссия. Что поделать, как бы для видео, для теста нужно заказать. Вывод поставлен в очередь, нужно дожидаться. К сожалению, какой регламент, как быстро приходит, пока что у меня этой информации нет. Будем ждать, сейчас у нас 12.37, 5.11 число, будем смотреть, как быстро придет выплата. Возможно, сейчас пока буду говорить, выплата и придет ко мне на кошелек. Давайте разберем, что как устроено. Значит, у нас вот такая таргетка, которая постоянно крутится, ловешка мутится, внизу тон капает. Кстати, нужно было собрать и больше вывести, ну да ладно. Вот кнопочка «Забрать прибыль», нажимаем, и она перейдет сейчас вверху на наш баланс, который мы уже можем вывести. Внизу у нас пишется мощность 41 075 км по ходу в секунду, или что, типа, как быстро летит вот эта ракета, или что это такое. Соответственно, кнопочка «Улучшить» – это у нас инвестиционная составляющая. Здесь прописывается сумма, показывается, сколько мы можем заработать. Вот, допустим, 110 тонн вложил, 155 получишь. 1 тонн вложил, 1,41 получишь. Также проект принимает телеграмовские звезды как инвестицию. Что у нас здесь еще есть? Для бесплатного продвижения раздел «Миссии». То есть задание нам привычное – это подписаться на социальные сети, вот новостной канал проекта, канал, где публикуют выплаты. Tonity Payments. Вот, кстати, 1.58 кто-то вывел 5 числа. 1 тон, 0.35, 1.23. То есть бывают абсолютно разные выплаты. Их уже достаточно много. То есть люди, наверное, и инвестируют, и зарабатывают без вложений. Вот, кстати, есть достаточно большая выплата. 98 тон. Мы ее можем также посмотреть в истории транзакций. Да, действительно, такая выплата есть. Вот кошелечек проекта, на котором 3000 долларов на данный момент лежит. Так, ну что ж, давайте дождусь свою выплату и потом уже продолжим запись видео. Итак, продолжаем. Прошло немного времени, и 0,35 тонн поступили действительно ко мне на кошелек. Об этом также появилась запись в их канале Tonity Payments. Вот моя выплата. Также можно перейти по хэш-транзакции, посмотреть, действительно 0,35 тонна поступили ко мне на кошелечек. Так что проект работает, платит. Давайте здесь обновим страничку. Транзакция должна отобразиться, что уже выполнено. Так, WinSDRAW. Видим, галочка стоит зеленая. Значит, все четко. Также мы видим баланс выше токенов Tonity. Их как бы можно вывести к себе на кошелек. Минимальная сумма 25 тысяч. Но, как я понял, в этом пока что нет особо смысла, потому что ликвидность 0 долларов. Посмотрим, что из этого дальше получится. Здесь у нас огромная просто свеча вверх. Миллионы тут иксов каких-то произошли, и тут же спад. Не знаю, что это было, но пока ликвидности в токене нет, торгов нет. Если что-то будет, я обязательно напишу в телеграм-канале. Касательно партнерской программы, с помощью нее как раз таки я и развиваю свою мощность, вот эти км в секунду, километры, видимо, в секунду. За первый уровень реферала 100 км в секунду, за второй уровень 50 км.
Вверху нажимаете «Скопировать ссылочку», распространяете, приглашаете и увеличиваете свой пассивный доход. Вот на главной странице видим, копеечка капает, нажимаем «Собрать» и вывели. Также есть возможность просмотреть рекламку там, где вот баланс тонете, получить 25 вот этих токенов. Но пока в этом нет смысла, пока токен нигде нормально не торгуется, ликвидности нет, в этом особо смысла и нет. Заданий здесь пока что не очень много, я выполнил там, где дается мощность, а то, что за токены тонете, пока не выполнял. Есть в разделе еще поддержка. Connect кошелек, это, наверное, для инвестиций. Для вывода Connect не понадобился. Просто вводим адрес и на него выводим средства. Вот такой вот проектик. Все работает, все платится. Пока есть такая возможность, нужно пользоваться. Стоит ли сюда заносить деньги? Я без понятия, какой администратор, какие у него цели. Не знаю, я зарабатываю без вложений. Делюсь с вами этой информацией. Проект может как и хорошо насыпать, так и завтра закрыться. В принципе, как и любой инвестиционный проект в этой индустрии. Имейте это в виду, вдруг чего диверсифицируйте. Было интересно, полезно, ставим палец вверх, подписываемся на канал, как и YouTube, так и Telegram. Все ссылочки в описании. Спасибо, что смотрели, пока.